Менен укчу. Андан кийин гана чечимди чыгарды. Бул менимче профессионал рэпернин иши деп ойлойм. Да, абсолютно верное решение рэпери было. Он, как сказал Нур, суки, я думаю, показал здесь секундантам, что может быть и будет даже сдача. Но нет, все-таки рэпери сам решил этот бой остановить. Идем дальше, друзья, напомню, что сегодня у нас интереснейший вечер боев, ММА. В данном вечере Хайдер и Бун, полусредний вес, нас ждет. Ну и третья пара бойцов, но сейчас это боец из Узбекистана. Под знаменитую песню «Узбекистан» выходит Джахангир Абдулахидов. Иску Мангуз. Мангуз Узбекистан является его тренером. Чемпион Узбекистана по рукопашному бою. Также еще является он чемпионом Узбекистана по универсальным боям. То есть это регионал ММА. Напомню, что в Узбекистане запрещено вообще ММА. И, собственно, проводить официальные турниры. Келип калды азыр. Горилла файтинг чемпионшип өттү жакындаган Ташкентте. Да, вот именно. Тот момент, когда стал чемпионом. О, Кондратем бойынша, о, албетте. Жок болчу, жакында гана. Эч канча болбой элек, ашып кетсе бир-эки ай болду окшойт, уруксат берилгенине. Келиңиздер анын атаандашын тааныштыралы. Шергазы Кенжебеков, жок, Кенжебай, Шергазы. Бобек Хаджиевтин шакирти. Рекорд 3-0. Кармашык иш боюнча Кыргызстандын чемпиону. Жана ошондой эле кармашык иш боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чебери. Ипас келечек командасына чыгууда 25 жашта. Адам таланттуу мушкер Шергазы. Эсиңизде болсо 66 килограмм салмак чемпиондугунда гран-при мелдешинде Шергазы катышкан. Биринчи беттешинде атаандашын жеңип, экинчи эрөөлүндө сиздер эстесеңиздер, жок, жада калса, үчүнчү беттешинде болсо керек, Ханыбек Жаныбек уулунан калыстардын эки тараптуу пикири менен гана жеңилип калган болчу. Демек өтө күчтүү мушкер, чындыгында грэплингде аябай жакшы, күрөштө өзүн жогорку деңгээлде көрсөтүп жүрөт. Ал эми Джахангир Абдулахидов жөнүндө көп сөз айта албайбыз, себеби Кыргызстанга келип Вест Про Файтта беттешип жүргөн менен анын азыр абалы кандай, так айтуу таптакыр мүмкүн эмес. Бул 61 килограмм салмак чемпиондугунда орун алып жаткан беттеш. Мына ушул кечээ бетме-бет туруу аземинде Шергазы Кенжебаев менен жолугуп даярдыктар кандай дегенде ал өз сөзүндө айтып калды. 10 килограмм салмак куудум, бул менин карьерамдагы эң чоң салмак кууу болду. Ошого карабастан баары тең, өтө жогорку деңгээлде деген пикирин айткан болчу. Эми баарын тең алдыңкы убакыттарда көрөбүз. Азыр мушкерлерди октагон анонсер дагы бир жолу тааныштырып өтөт. Международный характер. Между собой встречаются бойцы из двух республик, Кыргызстана и Узбекистана. Ну что ж, в синем углу боец, представитель Узбекистана, рост 170 сантиметров, вес 61 килограмм, возраст 31 год, чемпион Узбекистана по рукопашному бою, чемпион Узбекистана по универсальному бою, профессиональный рекорд 4 победы, 2 поражения. Представляет команду «Мангуст» и тренируется под руководством Мансура Тугизбаева. Встречаем бурными аплодисментами Абдулахида Джахангир! Джахангир Абдулахидов на ваших экранах. Громче, громче, громче! Интересный боец. И его соперник, боец, победы и два поражения. И рост его соперник. 172 сантиметра, вес 61 килограмм, возраст 25 лет, чемпион Кыргызской Республики по рукопашному бою, мастер спорта по рукопашному бою, профессиональный рекорд 3 победы, 0 поражений.
представляет команду Ихлас Киличек. Тренируется под руководством Бобека Тотошева. Встречаем бурными овациями Кенджи Беков! Шерхазы! Шерхазы Кенджи Беков, подопечный Бобека Тотошева. Сегодня будет во втором, в третьем уже бою, во втором международном бою представлять Кыргызстан. Итак, мы начинаем, друзья. Синий угол, боец из Узбекистана. У него красно-тонкие шорты. Ну и у нашего бойца красно-белые шорты. Он в красном углу. И начинается этот бой. Шерхазы Кенджибеков, Джахангир Абдувахидов. О, был екінші әйләралық мінездегі беттеш. Жана Шерғазы азыр ақ, қызыл түстегі гейменен шыққан болса, алым өзбекстандық мұшкер көк пұштан шыққан жана қара қызыл гейменен беттеш өткөріп жатқан чаға. Дал үшіндай айырмаласақ болот. Мұшкерлерді азырынша ешқандай соққылар ұзатылы. Өйдек, ой-ой-ой, алмез кілді. Алыстан тамай соққы жана Шерғазы Кенжебаев ұрматы мекендештер. Кыргызстандық мұшкер өшенті беттештің қанчаншы мен секундарында қарауай қалыптың кешкестер. Батылы атандашын таза нокаутқа құлату менен бұл беттеште ұтуал. Бұл техникалық нокаут деп тағай. Байтыл таза нокаут ұрматы мекендештер. На үшінші беттеш азыр. Кенжана раунда. Күттім-күттім күтіргенде бір соққы беттеш жүйіздің қалды. Өте жақшы. Шындығында Шерғазы жөнінде біз... Мен сіздерге... Башында айты өткім. Қанчалтын келді мұқты мұшкер екендіге. Кенджи Беков! Шерғазы Кенджи Беков. Великолепная победа нашего бойца. Изумительно, как он нокаутировал соперника. И вот... Уже, друзья, очередной бой. Мы завершаем в первом же раунде. Аплодисменты нашему бойцу. Немного о нем мы наслышали вообще, но тем не менее показал он зрелищный бой вот здесь. Левый. И как он так, смотрите. И в конце два удара. Первый попал, второй нет. Но все-таки гостей из других стран, других республик. Прекрасный бой он провел. Гостей нашей страны финишировал очень громко, в первом же раунде. Давайте покажем, какой... Все, мы его поздравляем.